прошлом году в августе в Таголпилсе по инициативе общества «Эрфольк» появился первый общественный книжный шкаф. Он получил постоянное место прописки на улице Саулас возле дома номер 38. И, надо сказать, мини-библиотека в телефонной будке сразу пришлась по душе книголюбам. Они регулярно пополняют ее фонды. И таким образом каждый человек сегодня может открыть эту дверь, взять с полки любую понравившуюся ему книгу, прочитать ее и принести обратно. Кому помешал этот книжный шкаф, пока неизвестно, но на минувших выходных он подвергся нападению вандалов. Хулиганы выбили стекло и разбросали книги. Вероятно, при этом чувствовали себя героями, хотя на самом деле являются людьми, которые только что и умеют потреблять и гадить. С нашей стороны, конечно, мы чувствуем, такое чувство обиды, потому что действительно это очень хорошая акция, и разбили ее не потому, что хотели, может быть, забраться или что-то украсть, наверное, это от того, что нечего делать, и просто хотелось выразить свою агрессию таким образом. Но даже в таком неприглядном виде книжный шкаф продолжает пользоваться популярностью у горожан. А это значит, что этот проект закрыт не будет, сказала Ольга Ессе. В любом случае, мы все равно эту будку восстановим и продолжим проводить акции по обмену книгами для горожан. Хочется верить, что благодаря работе правоохранительных органов вандалы будут найдены и наказаны. А также, что этот уникальный общественный книжный шкаф больше не пострадает от действий хулиганов.